Приветствую вас, уважаемые зрители канала «С миру по факту». Америка – страна, которая наиболее подвержена таким природным стихиям, как торнадо. Именно там зарождаются самые разрушительные и мощные смерчи в мире. Ежегодно США атакуют около 1000 различных торнадо, но основная масса из них не причиняет особого беспокойства. Но иногда появляются такие монстры, которые сносят все на своем пути. Именно о них я вам расскажу в этом видео. Итак, поехали! 22 мая 2011 года мощный торнадо обрушился на город Джоплин в штате Миссури. Сильный ветер переворачивал автомобили, срывал крыши домов, поднимал в воздух небольшие постройки. Ширина смерча достигала 1,6 километров. Во время стихии погибли 158 человек, 1100 были ранены, а убытки достигли колоссальных размеров – до 2,8 миллиардов долларов. Торнадо стал самым дорогостоящим в истории США. В понедельник, 20 мая 2013 года, пожалуй, самый мощный торнадо за последние 10 лет свирепствовал в штате Оклахома, а точнее по пригородам его столицы. Торнадо в Оклахоме стал причиной большого стихийного бедствия. Погиб 91 человек и 20 из них дети. Хуже всего то, что мощный торнадо свирепствовал в районе расположения двух школ. Одну он вообще стер с лица земли. Воронка торнадо в диаметре достигла от 1,5 до 3 километров, и скорость ветра при этом была 89 метров в секунду. Это был просто ужас. Больше всего от страшного торнадо досталось городу Мур. Тут разрушены все жилые дома, повреждены все линии электропередач, побиты машины и нарушено водоснабжение. Серия разрушительных торнадо прошла по Соединенным Штатам в конце апреля 2014 года и стала рекордной за всю историю страны. С 25 по 28 апреля 2014 года по южным штатам США прошли 362 торнадо. Наиболее всего пострадал штат Алабама. Сейчас вы видите перед собой кадры того, как торнадо проходится по университетскому городку Тускалуса и полностью уничтожает его вместе с университетом. Там погибли 65 человек, а всего в штате Алабама погибли 246 человек. На фото вы видите путь, который прошел торнадо через жилой район города Тускалуса, штата Алабама. Шторм и два торнадо, прошедших в 1,5 километрах друг от друга, обрушились на штат Небраска в США вечером 16 июня 2014 года. Сильнее всего от торнадо пострадал город Пилджер на северо-востоке штата с населением в 350 человек. От 50 до 75% его зданий получили серьезный урон или были разрушены. Один человек погиб, и еще 19 получили тяжелые ранения. Please! I hope they're taking shelter. И, наконец, одним из самых страшнейших торнадо-убийц в истории США считается торнадо трех штатов, которое за 3 часа пронеслось со скоростью почти 500 км в час по территории длиной в 353 км. От штата Миссури через Южный Иллинойс до юго-западной части Индианы. Были установлены рекорды скорости ветра в торнадо и продолжительности его пути. За исключением начальной стадии,
Торнадо весь день не отрывалось от поверхности земли и катилось по ней со скоростью курьерского поезда в виде черного, страшного, бешено вращающегося облака. На площади в 164 квадратной мили все было превращено в хаос. В результате 18 марта 1925 года из-за него погибли 695 человек, ранено 2771 человек, разрушено 15 тысяч зданий. Самые страшные разрушения пришлись на Иллинойс, где был полностью разрушен город Горхэм. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам отличного настроения и позитива. До новых встреч!